Добрый день! В данном видео мы вам расскажем про поршневой дозатор MD500D1. Особенность этого дозатора в том, что он снабжен водяной рубашкой подогрева, как вы видите, и дополнительным ворошителем. У рубашки подогрева имеется своя емкость, в которую вы должны залить для начала воду. Имеется свой тен, который нагревает, и, естественно, водяной насос, который воду всю перегоняет и циркулирует. Также в бункере, как вы можете посмотреть, находится мешалка. Мы предварительно уже, естественно, все разогрели, естественно, все размешали, чтобы не терять на это время. Температуру воды вы можете выбирать с помощью данного табло. Регулировать скорость вращения ворошителя с помощью данного частотника. Ну и, естественно, производительность выбирать вы можете также сами. Давайте, пожалуй, начнем и продемонстрируем. Как видите, все очень просто, все очень быстро. Спасибо большое за внимание, всего вам доброго и до свидания.